14 марта 2023 года в Воронеже нас встречает дождем. Прям такой хороший, прохладный весенний дождь. Мы уже четвертый день в поисках, в легкой неопределенности. Не нашли пока еще, вернее как, вариант у нас уже есть, но сегодня еще четыре варианта мы смотрим. Первая половина дня у нас расписана вот как раз таки максимально активная, чтобы посмотреть все, что в теории может нам подходить. Но по факту сегодня, скорее всего, уже определимся так или иначе. Потому что чем дольше ты определяешься, тем все дальше отдаляется, соответственно, момент истины, когда уже будет команда иметь возможность трудиться и помогать другим людям. Соответственно, сегодня под этот замечательный дождливый воронежскую атмосферу мы будем с вами непосредственно смотреть еще целых 4 варианта. Возможно, один из них станет финальным. А может и нет. А так. Еще вечером будем лопать лазанью и мороженое в гостях. Ну, это вдвойне приятно. Ну, короче, помчали. А такой вот он дождливый, очень контрастный Воронеж. Первый адрес на сегодня — это вот Кольцовская улица, 34. Вон она, вон там аренда висит. Там около, получается, 100 квадратов странной формы за 82 тысячи рублей, кажется. Соответственно, что можно сказать? Это у нас прям улица проездная, парковки здесь есть как платные, так и вроде как мини-парковочка вон там, но ее занятость, я думаю, будет всегда плотная. Но достаточно видное место, то есть с проезжей части все видно. Давайте зайдем. Снаружи вот такое вот окно симпатичное, большое. Также еще окно вот это вот. И давайте посмотрим. Тут 103 квадрата. Заходим, видим то, что это наши цвета оранжевые. Небольшой этот запах влажности чувствуется. Непонятно, потому что давно не проветривали, либо еще чего-то, какие-то нюансы. Вот, то есть, вот входная группа. Вот такая здесь. То есть, из серии что-то приемки. Справа вот комнатка. Достаточно просторная. Идем. Идем сюда. Здесь будет отгораживаться, то есть то не наше помещение. Здесь вот такая вот коморочка щитовой. Поднимаемся по ступенькам. И здесь, ну, предположительно, допустим, рабочие уже зоны. Уборная. Выглядит вот так вот. Комнатка в зеленом цвете. Тоже просторная. И здесь. Обшить это все, конечно, вот достаточно так простенько. Ну, смотрим. Комнатки. Есть. Тут, ну, достаточно просторно. Все что угодно. И тут в каком-то непонятном состоянии тоже находится санузел какой-то. В принципе, все. И вуаля. То есть зонировано. Очень все это дело неплохо. Так, первое впечатление по первому офису у нас получается. Оно по размерам прям чувствуется. Там достаточно места есть для всего. Единственное, что запах сырости. Но это потому, что раковины снимали. Нет кондиционеров. И, конечно, там руки нужно будет приложить прям чуть ли не по всему радиусу. То есть это... Оно очень специфической планировки, там куча разных комнатушек, больших, маленьких, лестницы, какие-то переходы, ступеньки, места под туалет, которых там ничего по факту нету. Ну, короче, оно такое странненькое по планировке своей. Ну, странненькое, как то, что мы смотрели вчера, но там зато все в идеале. Вот. Не нужно ничего абсолютно делать, тут же нужно делать абсолютно все. Ну, надо будет много-много-много рук и денег приложить для того, чтобы его привести в человека. Снесли, вплоть до того, что кондиционеры и раковины поснимали. Вот. Мороки много.
Едем дальше. Следующий адрес, друзья, у нас Пограничная улица 2. Пойдемте посмотрим, что она нам принесет. Вот такой вот получается входная группа. То есть отдельная лесенка. Опа! И тут, наверное, самое большое сейчас помещение, которое мы осмотрели за ближайшее время. Получается, заходим вот так вот. 75 квадратов основной зал. Здесь вот такие вот окошки. Собственно говоря, есть зал основной большой. Более того, идем дальше. Здесь получается сразу несколько комнат, которые все между собой совмещены. Здесь одна комнатушка, здесь вторая комнатушка. Здесь комнатушка у нас третья. Вот так вот. Есть выход во двор даже у нас двери. То есть с точки зрения, конечно, такого пространства, оно тут удобно. Опа. И, соответственно, такие вот зоны рабочие под уборочную. Туалет и что-то по типу маленькой вот такой вот столовой, назовем это так. Один кондиционер, говорят, то что тут тепло, сыростью не пахнет, это тоже важно. Ну и, как говоришь, просторное помещение, то есть моменты какой-то приемки есть тоже. То есть помещение, конечно, хорошее. Размер тут аж 160 квадратов. То есть тут просто оверкил. Даже не то, что хорошее. Тут это под нашей задачей даже перебор. Но зато очень хороший ценник. То есть это около там 82 что-то тысяч рублей. Без коммуналки. Это все дело есть. Но да, тут вопрос местоположения. Во всем остальном, это, конечно, помещение очень даже хорошее. Вот прям по пространству, конечно, тут просто так. Следующий у нас адрес — это улица, получается, какая у нас улица? А, улица Свободы 29. И как же хорошо иметь хороших друзей, подписчиков. Как зовут? Максим. Макс, местечко для нас занял, потом его любезно уступил. Кому передашь привет? Передаю привет всем, кто меня знает в Воронеже, харьковским пацанам, потому что я сам родом с Харькова. В общем, всем, кто меня знает, большой привет. Данька классный парень вообще. Супер позитив прям плещет вообще уже сразу. Прям как от тебя. А ты хочешь тоже трудиться? Да, хочу трудиться. Анкетки отправил, посмотрите видосики. Как фамилия? Максим Кузьминов. Кузьминов, все, хорошо, обязательно посмотрю. Спасибо тебе, мужик. Ну, а мы сейчас пойдем посмотрим вот это вот помещение рядышком с площадью. Улица плотная. Тут с парковкой, конечно, будут однозначно сложности. Отдельный вход. Заходим, 58 квадратов, и при этом, то есть это самая такая дешевая аренда одной комнатой, 44 или 46 тысяч рублей, то есть просто вот такая вот одна комнатка, ни больше, ни меньше. Тут, конечно, все под ремонт, под подкраску, вот такие вот тут ролл-ставни. Что-то здесь было. Ну и один туалетик остается. То есть одна комната. Это уже самостоятельно там градить, разделять, какие-то моменты делать. 58 квадратов. Выглядит вот так. То есть это близко к центру. Сложности с парковкой есть. Вот. И просто санузел. Получается, Коммунаров 47. Адрес. Вот такой вот. Вход отдельный, аккуратненький. Прямо на спуске улица. Заходим. Так, да, получается, видим вот такой вот входная группа. Здесь шкаф. Можно сразу раздеться, диванчик. Есть очень хороший ремонт. Даже ресепшн имеется вот такой вот. Да. На вход. Здесь сразу справа комнатка. Вот такая. Бывший тут медицинский центр был. Все очень чисто, аккуратно. Мокрые точки тоже есть. Вот здесь тоже сразу слева комнатка получается. А,
аккуратненько все тоже. И тут сразу еще вот такая вот, вот такой вот проход. Тут прям все в плитке. Все в плитке. Тоже с мокрой точкой. Это есть. Тут закрываем. 75 квадратов в сумме. Сюда заходим. Самая большая комната тут. Получается. Вот так она выглядит. Самый. Ну да. Ну, максимально грамотно. Тут тоже сразу за ресепшеном вот такой вот шкафчик. Да, это для персонала отдельно, да. Тут получается очень аккуратный санузел. Есть тоже все необходимое для того, чтобы... Здесь маленькая кладовочка имеется. Проходим сюда. Здесь кухонка тоже имеется. Интересный факт, что тут во двор можно машину ставить, вроде как. Не знаю, там под клиентов, не под клиентов, но ну, как бы место, в общем, парковочное есть. Улица не такая оживленная. То есть в этом отношении проблем может и не возникнуть. В принципе, да, все, показал, что есть. Так. Смеркалось. Пятое на сегодня помещение. Это улица Мира, дом 6. И не последний еще. Вот, собственно, вход сюда. Рядом с вокзалом. Получается, помещение 60 квадратов, 50 квадратов зал. Очень, очень симпатичное само по себе. Кондиционер есть. Это теплопушка. И вот тут получается... Сейчас. Интернет здесь скоростной. Здесь новую линию я провела. Вот этот стеклоэкран. Ага, вот такой вот получается. Маленький тут. Оп. И уборная. То есть достаточно уютненько такой вот. Назовем. 10 квадратов тут. Просто кухонка. Два больших окна. Мне нравится, конечно, местечко очень симпатичное. Это улица Мира. Такая она прям мирная, я бы сказал. Да, аккуратная, симпатичная улица очень. Красиво. Так, еще одно помещение по адресу улица Ленина, 43. Это вот двухэтажное здание, двухэтажный офис тоже по этому адресу находится. Но это внутри торгового центра. 116 квадратов. Вот такая вот красота. Заходим. Тут прям здоровое-прездоровое. Помещение без стен, без ничего. Ой. И тут вот, вот такое вот здоровое пространство. Просто. Есть. Вот. Высокие потолки. А, ну может быть, потому что я со многими общался, может быть, они не давали. А, так, тут... А уборной, получается, нету, да? Смотрите, здесь сидели девочки, мы в цене не сошлись, давайте я сделаю. Друзья, время подвести итоги. За сегодня мы посмотрели, мне даже пальцев не хватает на руке правой, 6 целых помещений. Из них самая симпатичная, которая лично мне приглянулась, это было маленькое на 60 квадратов на улице Мира, 6. Во-первых, улица Мира, 6 звучит хорошо. Во-вторых, очень красивая сама по себе улица. Но 60 квадратов, причем почти что одной комнаты, то есть 50 основной зал, 10 маленьким помещением. И, то есть там, ну, да, если что-то делать, то это компактная только команда будет. Делить придется одно помещение, чтобы была какая-то уединенная зона для инженера, для тех, кто будет там купить что-то... чтобы их не отвлекали. Все остальные помещения были тоже хорошие, большие варианты, но опять, прям сказать, что со спокойной душой 100% да, и оно лучше, чем первое вчерашнее двухэтажное, однозначно нет. То есть из всех, наверное, которые мы посмотрели, сейчас прикинули, двухэтажное остается в приоритете, просто по причине того, что там действительно, там уже все самое основное есть,
заходи, заезжай и, так сказать, не стесняйся. Четвертый день подошел к концу, соответственно, уже мы... Ошалели. Мы уже, да. Мы уже ошалели от помещения, они уже все смешались в кучу. Вот, но вот тот вариант, который был самый классный, он пока... Огонечком света и надежды горит в нашем сознании. И если бы не друзья, которые нас сегодня накормили ужином, вот, то было бы совсем грустно. Ладно. Нужно просто теперь обдумать все эти варианты, которые мы видели, и принять хорошее, взвешенное решение. Я, наверное, даже опросик сделаю, тоже поставлю в описании, перейдите тоже. Проголосуйте за тот вариант, который вам больше всего понравился. Все? Как-то так, друзья. Хороших всем мест по жизни. Чтобы было светло, красиво, уютно и вкусно кормили. Все. Пока-пока.